Приветствую вас на канале АР Берлин. У нас экстренный выпуск. Очень прискорбно, что российским дипломатам в Берлине все равно на память сожженным заживо детям из города Кемерово. Российское посольство запретило приносить игрушки, цветы и свечи к зданию посольства. И люди были вынуждены выразить свои соболезнования напротив посольства через дорогу, где собаки справляют свою нужду. А российские дипломаты все эти 3 дня траурных любовались из окон всем этим. Внимание на экран! Как вы видите, очень прискорбно, но посольство России в Берлине не разрешило людям приносить цветы и игрушки в память о Кемерово и все это ложить у посольства. Людям пришлось ложить все это через дорогу от посольства. Многие туристы, не зная, что происходит, пытаются стащить игрушки или наступить. Мы позвонили в дверь российскому посольству и попросили их, чтобы организовали эти вещи, перенесли в сторону посольства. С нами согласились, но ждем, что с этого будет. Вы как видите, вот такое уважение памяти у самих российских дипломатов к российским детям. Кемерово, вы как видите, вы не одни в беде. Берлин скорбит вместе с вами. Дипломат и с посольства отреагировал, и видите, после нашей просьбы перенести цветы, все-таки они откликнулись. И сейчас память и дань погибшим в Кемерово перенесутся на то место, где она должна возлагаться. Вот так российское посольство отреагировало на просьбу АР Берлин канала. Олечка, аккуратно. Здесь, в Берлине, даже сразу не разрешили возле посольства положить цветы. АР Берлин канал позвонили, попросили, настояли, чтобы перенести цветы к посольству. Сегодня 3-е сутки траура, а российское посольство только после вмешательства нашего канала спустило государственный флаг в честь скорби. Пока месь наш канал не обратился с просьбой, чтобы опустили флаг, флаг был поднят. Сейчас увидите на кадрах, как флаг поднят, и ветер сейчас подует, и вы точно увидите, что флаг поднят, а не опущен из-за траура. Как вы видите, флаг спущен, это значит, что посольство скорбит. Хоть и находится в Берлине. Как видите, люди возле посольства возмущены тем, что было запрещено возлагать цветы возле ворот посольства, а только на другую сторону. Вот так
реагировать дипломат российского посольства на нашу просьбу о переносе игрушек-свечей к зданию посольства. Не очень хочется публиковаться своим лицом. Вы слышите, как российское посольство в Берлине скорбит. Большинство жителей Германии проголосовало за вас, господин Путин. И после всего увиденного мы надеемся, что вы отреагируете на это, так как такие зажравшиеся дипломаты позорят честь России. Для них нет ничего святого. И даже память о погибших российских детях. Это всего лишь место, где собаки справляют свою нужду. Погибли не котята, а дети. Завтра в России объявлен день траура. Мы просим другие города поддержать и зажечь свечу скорби в память о погибших детей в городе Кемерово. Город Кемерово, мы скорбим с вами. Сегодня это все. Продолжение следует. Ваш AR Berlin канал. Теперь место для памяти детей в Кемерово будет лежать возле ворот российского посольства в Берлине. Они через дорогу. Ведь все-таки погибли не котята, а дети.